В конце лета 30-летняя телеведущая и блогер Настя Ивлеева и 27-летний рэпер LG официально объявили о расставании. С того момента каждый из них живет своей жизнью, однако все равно то и дело продолжает вспоминать о прошлом. LG делает это в основном в своих треках, а Настя, как выяснилось, все еще хранит на видном месте фото с бывшим мужем. Подписчики заметили это на одном из снимков сторис Ивлеевой. На нем она показала свою подругу Юлию Коваль на фоне холодильника с прикрепленными на него с помощью магнитов памятными снимками. Помимо фото Аллы Пугачевой, которую Настя считает своим кумиром, а также снимков, на которых телеведущая позирует в одиночестве, поклонники также разглядели фото Ивлеевой с LG, сделанное на вечеринке в честь первой годовщины их свадьбы. Интересно и то, что эти фото Настя перевезла с собой в новую московскую квартиру, где начала проводить большую часть своего времени после разрыва с рэпером. В новом влоге, который вышел на днях на YouTube-канале Ивлеевой, она уточнила, что не съезжала из своего загородного дома, после развода эта недвижимость отошла ей, просто теперь предпочитает жить то в квартире, то в коттедже. В том же влоге Настя также вспомнила о бывшем муже. Она с иронией прокомментировала его песню «Сода», в которой он впервые намекнул на развод с ней. Настя же призналась, что ожидала от этой песни чего-то большего и думала, что она растрогает ее до слез. Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать. 3 года жизни, 3 года событий, любви, столько нас связывает. Там можно целый альбом написать. Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах. А там больше не твой член, было прикольно, Чава какова. Но добрый вечер. Вот что делает доброе расставание, с юмором прокомментировала творчество бывшего возлюбленного Ивлеева. Напомним, что недавно в серии вопросов и ответов в своем инстаграме Настя призналась, что с трепетом относится к памяти об отношениях с рэпером и не собирается сводить с тела тату, связанные с LG. Там же Ивлеева заявила, что пока всерьез не задумывается о создании семьи, но не потеряла веру в любовь после развода. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Ибо Настюха точно еще по ночам думает об LG.